Щелково славится своими предприятиями. Развитие и рост производства на территории района серьезными темпами ведет к импортозамещению продукции на отечественном рынке. Одним из ведущих предприятий, безусловно, является Щелково Агрохим. Это известный во всем мире производитель средств защиты растений от болезней и вредителей, продукция которого реализуется во многих странах мира. Познакомиться с производством решили представители прессы Московской области. Также приехали партнеры Щелково Агрохим, с которыми предприятие сотрудничает уже много лет, сотрудники Сбербанка России. Взаимодействие позволяет вести важные разработки. Во время пресс-тура по предприятию руководитель компании «Щелково Агрохим» Салис Каракотов и сотрудники лаборатории рассказали о методах и способах разработки препаратов, возможностях их применения. Одно из совершенно новых направлений – доскональная обработка региональных технологий для сои. Что это такое и почему возникла такая необходимость? По словам Салиса Каракотова, Россия нуждается в выращивании 10 миллионов тонн сои в год, но пока производство выдает лишь 2 с небольшим миллиона тонн. Задача, которую поставила перед собой предприятие, довести производство до необходимых объемов. Для этих целей требуются дополнительные инвестиции. Поскольку у нас не простое воспроизводство, а расширенное воспроизводство, соответственно, нам с каждым годом потребность в финансовых средствах для оборотных целей, да, и, скажем, для развития, потребность наших финансовых обороты со Сбербанком растут. На сегодняшний день у нас достаточно серьезный портфель. Все 17 лет мы были рядом, и я горжусь тем, что у нас вот сложились такие отношения, когда предприятие нам доверяет. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы оно могло реализовывать свои проекты, которые задумали в разных сферах абсолютно. Посетили гости и лабораторию изучения болезней растений, разработки химических средств защиты, продемонстрировали чистые культуры возбудителей болезней растений. Вот это вот есть, в общем-то, возбудитель антракноза льна. Щелково Агрохим давно использует нанотехнологии для улучшения качеств защитных препаратов от вредителей и болезней. Это дает результат повышения качества их экологичности. Масляная дисперсия – это тоже очень новая и совершенно необычная форма продуктов, которые основаны на растительных и минеральных маслах. Новаторское направление, позволяющее опять же преследовать цель экологичности, то есть меньше органических растворителей. Предприятие не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди еще много открытий.